Сегодня Московская область – лидер по объемам привлеченных иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. Иностранцы вкладывают деньги в производство, торговлю, сферу услуг и, конечно же, строительство. Это Москва. Мы находимся в микрорайоне Новокосино. Здесь стоимость одного квадратного метра жилья в обычном типовом панельном доме – $700 США. А это уже Подмосковье. Без пяти минут Наукоград, город Реутов. Из расчета все тех же самых – $700 здесь можно купить квартиру в элитном доме индивидуальной планировки. Это тоже результат инвестирования, технологий. Технологий монолитного строительства немецкой компании «Мева». Ну, первые дома мы строили из кирпича. И, значит, приняли решение закупить вот эту опалубку. И надо отметить, что вот эта компания, немецкая компания «Мева», мы попали с покупкой опалубки, мы попали в затруднительное положение финансовое. Подошли сроки оплаты, денег не было, потому что развитие еще было небольшое. Они нас поняли на каком-то этапе. В среднем компания «Центрстрой» возводит 17-этажный дом за полтора года. Здесь комнаты по периметру могут принимать различные формы, начиная от стандартных прямоугольных и заканчивая круглыми. Желание заказчика – закон. Любой может стать дизайнером своего жилья. Как говорят, главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы дом смотрелся красиво. И мы не хотим быть оригинальными, но дома, построенные нашей фирмой, должны заметно отличаться от других, от домов, построенных другим застройщиком. И мы этот принцип пока выдерживаем. Пластиковые окна теперь это норма. Чтобы снизить себестоимость пресловутого квадратного метра, на первом техническом этаже офиса компании собственное сертифицированное производство окон профиля КБЕ. В Реутове почти не осталось свободного места под застройку. Программа сноса ветхого жилья была подготовлена администрацией. Одним из ее главных пунктов стало строительство на основе новейших иностранных технологий. На месте полувековых двухэтажек теперь здесь строится недорогое элитное жилье. Но новизна не только в этом. Реутов – единственный в области город, где теперь очередники получают квартиры в этих домах. Сейчас с нами на прямой связи студии Реутовского телевидения. Здравствуйте. Здравствуйте, вы меня слышите? Слышу. Я представлю гостей. Шляпин Михаил Александрович, генеральный директор строительной компании «Центрстрой». И Радаева Галина Фроловна, заместитель генерального директора. Михаил Александрович, ответьте на такой вопрос. Российские предприниматели со времен перестройки вывозят деньги за рубеж. Вы почему-то решили оставить их, вложить их у себя на родине. Что это, патриотизм, либо это вынужденные какие-то меры, либо вы уверены в стабильности экономической ситуации? Ну, патриотизм, что ли? Мы не должны вкладывать в иностранный капитал свои средства. По одной причине, то, что мы еще не настолько развиты и не настолько свободно себя чувствуем как бы в экономическом положении, чтобы уводить деньги из России. Мы уверим в Россию и уверены в российской стабильности. Почему и не уносим деньги, не уводим свои средства. А работаем здесь спокойно, спокойно и нормально. Кто у вас работает в основном? Вы привлекаете жителей Подмосковья, как это делают иностранные инвесторы, либо у вас работают жители других близлежащих стран, например, Молдавии, Украины? У нас работают, заняты на строительных работах рабочие только России. Раньше, еще года 3-4, даже 5 назад, мы привлекали жителей Украины. Но они потоком шли, всем известно, что они потоком шли в Россию работать. Но поскольку мы занимаемся строительством с привлечением иностранных технологий, которые требуют более высокой квалификации рабочих, то мы отказались от этого принципа. И на работах, требующих квалифицированного труда, мы привлекаем жителей горожан города Реутова и жителей Москвы. Москва у нас рядом, и очень много работает москвичей. Минимальная заработная плата у нас $300. Спасибо. Ну и поскольку у нас телемост, и есть возможность пообщаться, может быть, задать вопрос о наболевшем. Пожалуйста, Михаил Александрович, Галина Фроловна, задавайте вопрос министру, советнику губернатора. К Саблину. Дмитрий Вадимович, а планируется ли привлечение инвестиций в города Московской области на реконструкцию инженерных коммуникаций?
В частности, планируется ли в город Реутов? Сегодня именно отрабатываются моменты привлечения дополнительных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство. Мы вот так же, как доказали, что выгодно на территории Московской области строить заводы, фабрики, как вы доказали, что выгодно на территории Московской области строить жилье, вот совместно должны также доказать и добиться, что в ЖКХ тоже может являться прибыльным бизнесом. И в него выгодно вкладывать инвестиции. И вот здесь, я думаю, что, наверное, уже не имеет значения столь важного, российские или иностранные они будут. Эта сегодня программа прорабатывается, и я думаю, решение ее будет уже в ближайшее время. Я благодарю студию Реутовского телевидения. Мы рады были пообщаться впервые при помощи нашей оптиковолоконной связи. Спасибо большое. Я благодарю вас, Дмитрий Вадимович. Спасибо вам, Тигран Александрович, за то, что вы нашли время выбраться к нам. На этой неделе.